16 7 раздела Налогового кодекса, статьи 293, орган местного публичного управления дает разрешение, согласование на проведение таких работ или оказание услуг на территории муниципалитета, как перевозка пассажиров. Дело в том, что на настоящий момент у нас есть только 8 согласований, которые были выданы органам местного публичного управления. Принимая во внимание, что согласно административному кодексу, статья 167, 167 прим. Имеет право на тех таксистов, у которых нет согласования органов местного публичного управления, налагать штрафы только дорожная полиция. Я прошу представить в адрес примарии, сколько дорожной полиции было применено санкций по статье 167 и 161 прим. Объясняю почему. В прошлом году, в ноябре месяце, решением муниципального совета было утверждено, что все абсолютно экономические агенты, которые занимаются перевозкой пассажиров в виде такси, обязаны получить согласование и разрешение органа местного публичного управления на данный вид деятельности. До настоящего времени нам неизвестно четко и точно, сколько же такси у нас работает на территории. Согласно данной лицензии, 252 машины, 8 только получили разрешение. Я знаю, что неоднократно мы обращались в полицию для того, чтобы полиция прежде всего исполняла решение муниципального совета и кроме этого еще и распоряжение примарии.